Благоустройство территории, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги, транспортная доступность – основные темы, которые поднимались во время открытого диалога жителей поселка Володарского с представителями администрации округа. С вопросами населенного пункта не понаслышке знакома местный депутат Лидия Козлова, которая во время встречи активно участвовала в беседе. Транспортное наше сообщение еще желает быть лучшим, потому что и дороги после зимы все разбиты, и сами понимаете, очень много у нас идет дорог, которые не приспособлены к такому количеству наших построек, то есть многоэтажных. Многие жители пришли с просьбой создать на базе амбулатории поселка дневной стационар. Ездим в Молоково, а это каково нам? После капельницы не доедешь, а тем более наш возраст, конечно. Также много вопросов было по организации досугового центра. Помещений не хватает для занятий детских кружков и по программе активного долголетия. Также поднималась тема спортивных секций в поселке. Когда-то мы помним, что у нас на Володарке была прекрасная футбольная команда, именно детская. Сейчас ее пока нет. И очень обидно, что и нет у нас волейбола, и нет у нас баскетбола. Ася Сухарева проживает во втором корпусе дома 25 по центральной улице. Обратилась с просьбой устранить недочеты после капитального ремонта. 3 года тому назад отремонтировали дом, облицовку сделали, а балконы так и оставили. Если вот выйдете, сфотографируйте их, и увидите все черные, текучие такие все. И вот я живу на первом этаже, и запасной выход, где лестница вся разваливается. После приема начальников управления и служб с жителями пообщался глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Заранее проехал, сейчас посмотрел дорогу полностью от Каширки до нашего славного поселка. Конечно, есть проблематика по Мисайлово, вот в этой части, да, вся Володарка фактически требует ремонта, требует расширения, потому что есть и пробки, есть и ямы на дороге на сегодняшний день. Во время встречи Станислав Катаров ответил на многие вопросы. Все обращения были взяты на контроль и будут проработаны в ближайшее время. По поводу движения фур по Володарке, может быть, действительно сделаем ограничение, чтобы жители могли более прогнозируемо добираться до работы домой. Напомним, что встречи с населением в формате выездной администрации проходят в округе на постоянной основе. Ведь, как показала практика, это наиболее удобный вариант диалога с жителями. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.